3 сентября вы все воочию увидели, как в городе Грозном, вот мы сейчас это все видим, была проведена публичная казнь. Прямо вот на улице города собрались люди. Это у них такие вот зрелища. У нас 850 лет Москвы, Жан-Мишель Жар, световые шоу, а там вот публичный расстрел. Спасибо. Стоп, мы не будем сейчас показывать, как это происходило. Я вообще считаю, что это не должно быть в правилах телевидения такие вещи показывать. Ну как вообще, о чем можно говорить?